соркане, завирок вовку мочу. Как угодно можно относиться к ситуациям, к вопросам, к другим людям. Но все равно все это рано или поздно возвращается к тебе. Рано или поздно ты становишься адресатом всех своих директив, отсыланий. Момент, когда это все отсылает, кажется, что ничего не произойдет. По карпатскому замку ходила коханка, ходила коханка вихру. По карпатскому замку ходила коханка, смеялась. З молока і срібла земного любаса питала. По крайней мере, не с нами, по крайней мере, не в этой жизни. Иллюзия какого-то большого времени. Артур, моє серце, що вночі буває, Артур, моє серце, що вночі буває, то літає поміж воростками, дитя колихає, склівкає з водою, дихає, літає, той богує, дитя посирає, дихання літає, та й богує, дитя позирає. Приходить одно суждение, таке от, як мнение, оно внутреннє і сложно виражаемое словами, но можно его обрисовать следующим образом. Забавно-забавно, забавно-забавно, винні урахмани, ої лиці покотились, перстені до пани. Коханочко леїн, сітки на молення, рукав'янка спала, я ж тебе кохала, рукав'янка спала, ти мене кохала. Дихання богує, місяць повістує різдвяную вдачу. Если ты отслеживаешь себя, наблюдаешь, к тебе возвращается ровность, ты возвращаешься к себе. Если не отслеживаешь, не знаю. Говорят, отслеживаешь, я же не имею в виду следить или наблюдать, как отслеживают там след на песке. И наблюдать не как наблюдают, например, за восходом и закатом. Эти слова, они уже про другое, понимаете? Ведь то, о чем мы говорим, вне определений, вне слов, и даже используя слова для определения этого, пытаясь это определить, нужно учитывать, что все не то, чем оно кажется. Артур, моє серце, що вночі буває, то літає поміж воростками, дитя колихає, склівкає з водою, дихає, літає, той богує, дитя посирає, дихання літає, та й богує, дитя позирає.